Вы знаете, с одной стороны, с точки зрения свобод, демократии и так далее, вроде как должны. Но с другой стороны, если человек заключенный, по сути своей, это противоречит самому наказанию, самому, собственно, по своей сути закону. Если человек преступник, он преступил закон. Как может преступник, преступивший закон, опять же повторюсь, голосовать? За кого он будет голосовать? За таких же преступников? За свою, так сказать, крышу, которая будет там осталась на свободе? То есть это нелогично, с другой стороны, понимаете? Это против морали, нравственности и всего того, чем регулируются отношения в обществе.